Знакомьтесь, Михаил Чабанян, основатель первого в Украине биткоин-агентства, поклонник open source и Android-систем, а также сторонник биткоина и технологии блокчейн. Михаил окончил курс EMBA и получил степень бакалавра в области экономики в Лондонском городском университете, Колумбийском университете Нью-Йорка и Университете Гонконга. Он является соучредителем биткоин-фонда Украины, руководителем инициативной группы Bitcoin License Initiative, бывшим генеральным директором Vulcanit, основателем InLight Consulting, а также соучредителем Silencer Digital. В 2014 году он стал основателем первой биткоин-биржи в Украине – Kuna Exchange. Ключевыми направлениями деятельности Kuna является обмен биткоина на местную валюту и популяризация биткоина в странах СНГ.